Друзья мои, можно еще без маски. Мы приехали в казино Эстарил. Здесь будут проходить соревнования непосредственно. И сейчас регистрация про. Как она проходит в данном турнире, я не знаю. Сейчас мы все увидим внутри. Заодно смогу осмотреться, разобраться. Мне сюда вечером возвращаться сегодня на грим. По гриму интересно. Два слоя накладывают вечером. Завтра выступление и утром еще один слой. То есть слоя будет три. Чуть подотрется за ночь. То, что будет первые два. Ну, думается мне, грим должен быть неплохой. Идемте. Смотрите, кого я встретил. Андрей Мельников, друзья мои. Он готов рвать категорию 212 в про. Я надеюсь, готов. Посмотрите, как здесь красиво. Я в этого парня верю. Прям я в него. И знаете, я вам скажу так, мы же давно знакомы, я очень давно видел Андрея, когда он еще был меньше, да, он двигался по этому пути. Насколько он был всегда феноменален по форме его мышц и его труд. Мы потом тебя подостаем еще вопросиками про твою подготовку. Пока, да, тебе нужно собираться, да, про конференции, регистрация. Тут потрясающе. Мы сейчас с Лехой осмотримся, подснимем. Ну, Олеся уже пришла. Олеся, вы уже много раз видели. Все в блесточках, все круто. На самом деле это главное. О, на фоне этой штуки можно. Это главная арена Эстарила. Тут проходят концерты мировых звезд, тут проходят огромные гала-шоу. И очень круто, что здесь проходит Official Qualifier Olympia на этот год. Посмотрите туда, на эту сцену, огромный экран. И там будет твориться магия. Кстати, очень приятно. Здесь Эмилио Мартинес, здесь почти вся его команда, с которыми я уже неоднократно встречался на про-турнирах. И ввиду того, что я лысый, тут таких вообще мало. Они меня узнают, это очень приятно. Я рассказывал, что неоднократно уже выступал переводчиком для русскоязычных ребят на турнирах. Все здороваются, очень позитивная атмосфера. Даже музыка кайфовая, друзья. Прям под маской не видно, но там я улыбаюсь вам максимально широко. Ну, Андрей, 209. А можно 212, то есть четко в весе. Андрей Мельников, он проходит регистрацию своей категории, уже прошли супертяжи, они получают сейчас свои коуч-пасы, номера. Нам интересен больше всех здесь Сухоручка, он выступает, представитель Украины, сильнейший бодибилдер в данный момент планеты, мы будем с него все болеть. С маленькой вероятностью мы снимем с ним какой-то для вас эпизод, потому что он сказал, что он сильно концентрируется на турнире и не готов тратить время на съемки. Можно понять, мы желаем ему исключительно первое удачи, а второе победы. Он огромный молодец, он делает крутейшую форму. Видите, все по-честному, профиков та же завешивают, у кого есть категории ростовые, весовые. Я не могу сказать, насколько есть допущение, к примеру, да, если там будет перевес. Но почему-то я думаю, что навстречу идут, если маленькие-маленькие, есть там сдвиги, да, особенно, кстати, там по росту, да, понятно, что человек профессионал уже, например, выступал неоднократно, и вдруг тут будет немного другой ростомер или там что-то по-другому он встанет, думаю, сантиметрик всегда глаза закроют. У любителей такого нету, у любителей мега жестко. У меня был эпизод на Филиппинах, Шонроден Классик, когда мне не хватало 100 грамм, я сидел около 3 часов. Я уже не мог не плакать, я плевался белой пеной, но 100 грамм эти за 3 часа с меня, понятно, сошли, испарились, и я вошел в категорию. Друзья, мы убежали с регистрации, пока идет пресс-конференция, потому что я все-таки немного занят, у меня завтра соревнования. Происходит финальная часть загрузки. Утром было 150 грамм макарон, порядка 9 часов утра. Сейчас еще 150 грамм макарон. Вот так они выглядят. Это ракушки и бабочки. И я вот не понимаю, с чего же грузят лучше. С ракушек или с бабочек. Цветная капуста. Кусок лука. Это
сливочное масло. Нечаянно купил козье, но разницы нету. Закидываем сверху. Плюс оливковое масло. Обязательно, друзья мои, масла должны присутствовать в рационе. Дальше посолю уже сейчас в процессе. Все по макаронам, это крайняя порция и останется на сегодня до 6 часов вечера. Вот этот противень батата. Здесь около 1 килограмма. Возможно, смажу чуть-чуть арахисовой пастой. Пью. Уже сегодня пью много. Чайничек закипел. Вот я завариваю брусневер. Оп. Вы простите, что все одновременно и с вами общаюсь, и готовлю, но все прям по времени, плотненько. Пью брусневер, заливаю в шейкер, родной генетик. И сразу после углеводов будет прием белка. Ну, может, даже через 10, просто потому что лосось, он тут в духовке, с лимоном, бальзамическим уксусом. Что еще интересного могу сказать? Наверное, можно чекнуть форму немного. Так, я где-нибудь тут стану. Такой, ой. Я сколько, помещаюсь в кадр. Да, вот наши. Как и не было, да, мусора? Итак. Позы-то кончились. Сойдет вода, конечно же, еще почистить кишечник нужно. Проблема сохранилась. Я со вчерашней ночи не ходил в туалет. Это все нервы. Это понятно, это пролактин. Он подскакивает именно от стресса. Но слабительное все решит. Спасибо вам. С вами прожался, на самом деле. Сил, настроения уже на это нету, но благодаря вам я вот отпозировал. Прошла регистрация про. Я ем, завтра я выступаю. Благодарю вас за поддержку. Увидеть какие-то подробности завтрашнего дня можно будет в Инстаграме. Съемка турнира запрещена. Транслировать тоже будет нельзя. Но следите за Инстаграмом, туда будут выходить новости. Спасибо вам огромное за ваш лайк, за вашу поддержку и за то, что вы любите этот спорт.